Ежегодно 14 июня страны во всем мире отмечают Всемирный день донора крови. Переливание крови ежегодно спасает миллионы человеческих жизней. В Волгограде в этом году первыми, кто принял участие в акции «Помоги спасти жизнь», стали члены партии «Единая Россия» и студенты Академии физической культуры. К ним можете присоединиться и вы. В наше время переоценить значение донорства невозможно. Ежедневно Волгоградский областной центр крови выделяет около 20-30 литров крови для помощи нуждающимся людям. Однако число самих доноров за последнее время, к сожалению, не слишком увеличилось. Акция вообще для нас каждый раз – это возможность получить новых доноров. Как правило, на акцию приходит молодежь. И потом как-то вот так уже сложилось, что из них мы формируем постоянных своих доноров. То есть это очень важно и в том плане, что количество доноров увеличивается, но самое главное, что это вот тот резерв, из которых мы потом формируем постоянных доноров. Постоянных доноров в областном центре сейчас около 20 тысяч. Среди них есть и доноры со стажем, носящие гордое название почетных. Для депутата городской думы Валерия Миронова сдавать несколько раз в год кровь в порядке вещей. Эта сдача для него 47-я. Я всю жизнь работаю в медицине, в настоящее время главный врач первой больницы, а до этого всю жизнь в этой же больнице работал хирургом. И, ну, поверьте, понимаю больше, чем кто-либо, о том, насколько нужна кровь и ее компоненты, порой и достаточно часто для спасения жизни конкретного больного. Сейчас каждому сдавшему кровь предоставляется поощрение – бесплатный обед. Однако в скором времени донорство станет оплачиваться. Возможно, тогда число сдающих кровь увеличится. Помимо поощрений, сдавать кровь полезно для здоровья. Сама процедура взятия донорской крови занимает около 5 минут. И, по словам доноров, придает жизненный тонус. Я себя лично ощущаю после сдачи крови лучше. Да, потому что у меня высокий гемоглобин, и сдача крови позволяет как бы регенерировать новую кровь. И я в течение там 3-5 дней, недели, вообще как бы у меня такой вот подъем сил. Вот, и, конечно же, я думаю, что это мне, наоборот, позволяет как бы улучшить свои жизненные показатели. Каждый раз, когда я сдаю кровь, я понимаю, что она поможет кому-то дальше ходить по земле. И помогает. А вот студент Академии физической культуры баскетболист Максим Селезнев на донорском кресле впервые. После первой сдачи крови спортсмен обещает, что теперь будет приходить сюда постоянно. Это просто вот социальный долг. Мне кажется, каждый человек должен сдавать кровь. Я спортсмен, сейчас и тренировки. То есть сейчас и физические нагрузки, поэтому вот сегодня не будет тренировки. Нельзя нагружаться, сегодня тренироваться не буду. Акция в честь Всероссийского дня донора будет проходить в течение 2 дней. Сдать кровь и спасти чью-то человеческую жизнь может каждый. Достаточно обратиться в областной центр крови и пройти медицинское обследование. Ведь каждый из нас должен понимать, что спасти жизнь – самое значительное дело, самая высокая миссия, доступная человеку на этой земле. Олеся Швыченко, Александр Федоров, Волгоградское деловое телевидение.